Как-то раз в гости к Дэну зашли, его за столом у компа мы нашли. Салют, привет, ну что, как дела? Я тут кое-что придумал, друзья. Джойстики взяли, и через минуту мы оказались в игре. Это круто, все уровни нужно нам преодолеть, дорожным знаниям сделать апгрейд. Дорожные знания, апгрейд. Дорожные знания. Учим правила движения и развлекаемся. Ну и где она? Да. Вечно эти девушки опаздывают. Ну вот, прикатила наконец. Привет, мальчики. Сори за опоздание. Вот именно. Уже час тебя ждем. Тогда скорее за стол. Ну что, продолжим? Наезд на пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-транспортного происшествия. Учитывая, что пешеход ничем не защищен, итог травмы, а нередко и гибель пешехода. А теперь назовите причины ДТП, когда виноват водитель. Когда он нарушил правила дорожного движения, например, превысил скорость. В этом случае виноват водитель. Но пешеходу от этого не лучше. Водитель был невнимателен, поздно заметил пешехода. Часто водители сбивают пешеходов прямо на зебре. Водитель виноват, потому что он обязан остановиться перед переходом и пропустить пешехода. А теперь посмотрите на следующие ситуации и назовите причины ДТП, когда виноват пешеход. Пешеход нарушил правила, он переходил на запрещающий сигнал светофора. Пешеход нарушает. Он переходил дорогу в неустановленном месте, там, где нет пешеходного перехода. Нарушает. Плохая видимость пешехода в темное время суток. Водитель может не заметить вовремя пешехода. Верно. Но и это, как вы понимаете, еще далеко не все. А теперь, чтобы перейти на следующий уровень, вам нужно проявить ловкость и сноровку. Вы должны за 10 секунд суметь собрать на этом уровне все жезлы регулировщика. Ты у нас самая ловкая, так что давай. Я готова. Тогда вперед. Теперь скажите, что должен сделать пешеход, чтобы обезопасить себя на дороге. Быть внимательным. Быть заметным. И соблюдать правила дорожного движения. Поздравляю, вы прошли 5-й уровень. Ух, последнее задание с жезлами – это что-то. Мы переживали, чтоб ты все успела и не опоздала. Да, главное не опоздать к финишу.